Нарешті Слов'янськ дочекався своєї черги. В центральних місцевих аптеках з'явилася французька вакцина від грипу «Ваксегрип». Хоча вірус ще не прогресує, як зазначають лікарі, попередити захворювання все ж таки рекомендують. Ми ще чекаємо южнокорейську вакцину, в якій будуть всі штами, прогнозуємо в цьому зимньому періоді 2016-2017 року. Которая будет более эффективна, по данным Всемирной организации здравоохранения. Перші симптоми захворювання грипом – це сухий кашель, озноб, біль у м'язах та сильний головний біль. В этом году, вот на зимний период 2016-2017 года, мы ждем в основном три штамма гриппа. Это грипп вирус А, это Гонконг, которого мы еще забыли, мы давно уже с ним не встречались, и Калифорния, с которой мы встречались в прошлом году, и грипп вируса Б. Он более-менее протекает легче, но тем не менее все эти штаммы вызывают осложнения. Як довелось з'ясувати, вакцина від грипу сьогодні коштує 175 гривень. Але ж думка громадян з приводу вакцинації від цієї хвороби розходяться. Все, що потрібно, все прививаємо. Кроме вакцины от гриппа. Но я думаю, если прививки есть, то их надо делать, чтобы быть здоровым, не болеть. Это нужно для здоровья. Есть люди разные по иммунитету, нам не приходится просто даже вопрос этот поднимать. Я, допустим, медик. У нас нет такой проблемы, чтобы делать прививку. У нас мы не болеем там. Лікарі закликають громадян робити вчасну вакцинацію, аби попередити захворюваність на грип та уникнути ускладнень. Бо штами цієї вірусної інфекції можуть спричинити летальні випадки, які вже відбулись в Слов'янську в 2015-16 роках. Ми не стільки боїмося грипу, скільки ми боїмося осложнений при грипі. І щоб предупредити это заболевание, рекомендуется придерживаться определенных правил. Ну, одним из них, по данным Всемирной организации здравоохранения, является вакцинация против гриппа. И хотелось бы сказать, что не забывайте о народных средствах. Здесь обратите внимание на обильное питье. Употребляйте в большом количестве лимон, мед, чеснок, можно травы использовать, корица. Это то, что поможет быстрее выйти из состояния болезни, потому что определить грипп или ОРЗИ иногда очень трудно, а лабораторного обследования провести в нашем городе практически невозможно.